Ну что, начинаем очередной розыгрыш. Это уже у нас будет пятая раздача слонов. Сегодня у нас 32 число. 31 сентября. Или 1 октября. Пятая раздача слонов. Сегодня у нас участвует 5 человек, как я нашел. Худо Бакаян, Настя Кучина, Лерой, Лео и Геймер, то есть я. Need for Play. Ну, я участвую только в раздаче игры от Ширая. Поэтому, так, первую мы разыгрываем игру Ширая. Да? Правильно? Ну да, Painkiller Overdose. Painkiller Overdose. И копирую списочек. Вот такое вот я окошко сделал. Обновил немножко интерфейс нашего розыгрыша. Ширай увидит его через полминуты. Ну, где-то 28 секунд примерно. Засекай, будешь удивляться. Итак, Худо Бакаян, Настя, Лерой, Лео и Геймер. 5 человек. Нажимаем GO. Надеюсь, сработает. Давай. Раскручиваем. Раскручиваем барабан. Внимание. Корный бабай. Кто? Я, блин. Как так? Не может быть такого. Я только сейчас увидел интерфейс. Угу. Блин, что делать? Мне это не нравится. Не, давай без меня. Ну и что делать? Переснимем. Не хочу. Я не участвую. Все так нечестно. Так, участвует у нас, значит, 4 человека. Худо Бакаян, Настя Кучина. Сейчас я их вставлю в списочек. Вот. Худо Бакаян, Настя Кучина, Лерой и Лео. Все, вот 4 человека будут участвовать в розыгрыше. Первой разыгрываем игру от Ширая. Напомни, как она называется? Painkiller Overdose. Painkiller Overdose. Поехали. Go! Сейчас раскрутится, компьютер тормозит. Блин, барабан так тормозит тоже. Ой-ой-ой, надо смазать. Явно надо смазать. И... Так, Лерой. Лерой 627. Не помню, выигрывал у нас Лерой что-нибудь или нет? Магику. Потому магику что тогда выиграл. Не был Снейка. А тогда Лерой разве дали, да? Не, по-моему, кому-то другому. Ну да. Не помню. Не, ну, в общем... Первая игра, Painkiller уходит Лерою. А вроде еще Лерой еще выиграл. Он тогда между мной квест и Лероем как раз таки вроде. Ага. Ну, в общем, это у нас он уже второй раз выигрывает. Молодец. Молодец. Ну, у нас играет-то человек мало, поэтому ничего удивительного. И вторая игра от меня. Я вот сейчас посмотрю, что я там за игру написал. Потому что я уже и сам забыл. Зомби-шутер какой-то. Зомби-шутер. Ой, классная игра, наверное. Наверное, классная. Где я ее писал? А в вот смысле, наверное? Да я ее не активировал. Дело в том, что по картинкам... Ну, это простая инди-игрушка. Зомби-шутер. Для любителей зомбаков. Ну, что-то простенькое. Ну, ясненько. Сейчас попробуем. Ты не участвуешь, не? Не хочешь, не? Да нет. Ну как хочешь. На следующий раз. Зомби-шутер. Ладно, разыгрываем зомби-шутер. Опять среди четырех. Нет, Лероя вынимаем из этого списка. Лерой, уже у нас счастливчик. Два раза не будем делать счастливчиком. 3 человека осталось. Все хотят поучаствовать. Да, да, чтоб побольше. Я даже не думал, что среди участников будет девушка. Да. Серьезно. Ну. Растем. Вот смотри, и она у нас выигрывает зомби-шутера. Настя Кучина, тоже поздравляем. Вот вау, так. Просто вау. Комментарии будут в описании к этому видео. В общем, ищем победителей. Не пропадайте. На этом розыгрыш заканчиваем.